Иваново готовится к крупному спортивному событию. 7 июля в областном центре пройдет первый полумарафон «Красная нить» в рамках межрегионального проекта «Бегом по Золотому кольцу». Организаторы пригласили журналистов на пресс-конференцию, чтобы подробно рассказать о грядущем мероприятии. К участию приглашают всех желающих, никаких возрастных ограничений нет. В программе спортивного праздника несколько дистанций на выбор. 300 и 600 метров для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 3, 10 и 21 километр. В городе Иванове мы ожидаем около 6 тысяч участников. Среди них будет 2 тысячи бегунов. В остальном это зрители, болельщики и поддержка. Да? Обычно у нас на старты приезжают семьями целыми, бегут и малыши, и взрослые. Мама поддержит пап на дистанции и так далее. Вот. Самыми главными призами, которые у нас вручаются за абсолют и победу на определенных дистанциях, это подарки от спонсоров. Вот. Поэтому приезжайте на старт в город и, соответственно, побеждайте, занимайте призовые места. Маршрут полумарафона пройдет через центральные артерии Иваново, проспект Ленина и Шереметьевский, улицы Громобоя, Калинина, Крутицкую и многие другие. В рамках спортивного мероприятия организуют множество мастер-классов, а перед стартами профессиональные тренеры проведут разминку. Без награды не уйдет никто. Каждый участник получит диплом и медаль, на которые можно будет выгравировать время, за которое он преодолел дистанцию. Мастер-классы, они будут для жителей, для болельщиков. Это будут и спортивные секции, это будут и творческие коллективы. Ну и мы, конечно, надеемся, что вот этот активный такой энтузиазм, который проявляют жители Иваново, он продолжится. Возможно, мы увидим забег невест, потому что дата 07.07, да, свадебный день будет. Возможно, какие-то другие активности, интеграции. Мы здесь ждем, конечно, идеи со стороны и горожан, и администрации города. Я уверен, что будет большое, хорошее мероприятие. Опытным организаторам удалось превратить полумарафонский забег в высокотехнологичный праздник. Все участники получат индивидуальные номера с электронным чипом, которые зафиксируют точное время от старта до финиша. Видео и фото можно будет найти в общем альбоме по своему идентификационному номеру. Важно, что для участия потребуется справка о состоянии здоровья. Более полную информацию о полумарафоне «Красная нить» можно получить на официальном сайте russiarunning.com. Участие в мероприятии платное. Зарегистрироваться можно до 4 июля, но лучше сделать это заранее, пока еще есть свободные места. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.